У нас идет сезонный сбор урожая сливы Алчи. Такая вкусняшка. Тёмочка, не вали меня. В этом году улетели рано, поэтому нам осталось хоть что-то. В том году они ее вырубили всю. Ну, даже ее не попробовал. А из-за засухи они, и нечего было кушать. Сейчас покажем сливу. А потом переберем. Если раненая, потом выберем. Он большой. Она очень вкусная. Она уже спелая. Видишь, кабаша. Ой, упали было. Сейчас, ничего. Ух ты! И там слева ветку наклони, вот эту. Ты смешно, ой. Да, я зацеплю. Дедушкин помощник. Теперь она будет так удобно. Только аккуратно, не дави ее так, чтобы она не лопалась. Она очень спелая. Она шикарненькая. А это, видишь, поклевали. Это мы вовремя успели, Люся. Видишь, как поклеванные уже. Начали клевать? Ага. Это, конечно, такая вкусная. Сбор урожая ежевики. Участники Итан и Тамир Воложанины. Из этой ежевики бабушка сделает вкуснячий компот. А если что-то останется, мы сделаем мороженое. Новый рецепт. Как вы думаете, что еще нужно будет добавить в это мороженое? А еще? Малиновый чай. Точно. А еще? Все. Сахар. Малиновый чай, лимон, сахар. Точно. Попу отобьешь. Давай кувырок. Вот это была бомба. Ой, ракета. Еще, еще, еще. Все, лепешка. Чемпион! Мурзик кушает белый лучок. Вкуснятина, еще и горчичку. Тёма, и тебе не горько? Мужик. А ну давай на камеру, а то никто не поверит. Сейчас прожую. В соль. А ну. Ням-ням-ням. А где у вас соль? Это полезно. Молодец.